ну вот тут у нас киста бекера подколенная. И сейчас будем делать пункцию под УЗИ контролем. Сейчас уколю, укольчик будет. Вон появилась игла на экране. Видно, да? Ага. Ну, сейчас будем кисту убирать. Вот такое желеобразное отделяемое, светлое, может быть чуть желтоватым, это ни о чем не говорит. Вот уже имеют. Сейчас проверим. Ну вот уже, собственно, кисты нет. Вот тут остаточный полость, сейчас мы ее уберем. УЗИ-контроль вам позволяет полностью убрать. Так, проверяем. Ну вот уже практически ничего. Остаток менее миллилитра получается. И в полость кисты вводится препарат. Все.